Сегодня, 8 июня, в России отмечается День социального работника. Еще в 1701 году Петром I был определен именно этот день, который положил начало созданию государственной системы социальной защиты. По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников. А сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в нашей стране. И на сегодняшний день профессия социального работника очень востребована. Практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. И День социального работника – это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают их решать. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях. Поздравляю от всей души, от своего коллектива и собственного имени с предстоящим профессиональным праздником. Потому что это люди неравнодушные. Люди, которые дали частичку своего сердца всем людям, которые в этом нуждаются. И труд их очень нелегок. Он сложный, многогранный и комплексный. Спасибо вам, низкий поклон. Все те, кто чинит благодеяние на территории нашего Москва-района.